Добрый день, дорогие друзья! Прежде чем представить вам нашу сегодняшнюю гостью, я хочу напомнить, что завтра в кинотеатрах мира будут передавать первую в этом сезоне прямую трансляцию из Метрополитен оперы, и это будет опера Верди «Макбет». Если вы ее никогда не слышали, это замечательная возможность с ней познакомиться. Это одно из самых великих произведений Верди, точка, как говорят в Америке, период. А многие считают, что лучше всего «Травиата» или «Риголетто», и все. «Макбет» не уступает этим великим и более популярным операм, поверьте мне. И в этот раз вы увидите этот спектакль в очень хорошей постановке Адриана Нобла и в очень хорошем исполнении, где леди Макбет будет Анна Нетребко. И это ее триумф, это одна из лучших ее ролей, может быть, за всю ее довольно богатую уже артистическую жизнь. И пропустить возможность ее увидеть на экране или на сцене, я считаю, категорически не рекомендуется. Через неделю, 18 октября, вы сможете снова прийти в кинотеатры и посмотреть там «Свадьбу Фигаро» Моцарта. Еще одна опера совершенно другого плана, легкая, веселая, очаровательная, полная сказочных по красоте мелодий, очень забавно поставленная, великолепно сыгранная, великолепно спетая, в частности, Ильдаром Абдразаковым, который исполняет партию Фигаро уже, наверное, в 135-й или 136-й раз в своей карьере. Так что, друзья, вперед в кино. Но не забывайте и о телевидении, не забудьте, что и завтра у нас с вами встреча в 5:30 вечера, и я буду рассказывать о двух очень интересных выставках, которые открылись в музее Метрополитен. Надо сказать, что сейчас, как раз конец сентября, начало октября, одна за другой открываются выставки. В музее Метрополитен что ни понедельник, так и открытие новой выставки. И я просто не успеваю за ними. А кроме этого, открылась только что интересная выставка в музее Гугенхайма, очень интересная выставка в МОМА. Так что у нас впереди много интересных тем для разговоров. Конечно, очень много интересных гостей. Одна из этих гостей – Этериан Джапаридзе. Вы видели ее у нас в гостях совсем недавно, и мы говорили 1 октября о ее выдающемся педагоге Вере Васильевне Горностаевой. Мы поздравляли Веру Васильевну с 85-летием. И вот тогда некоторые из вас звонили и задавали довольно смешные вопросы, которые касались семьи Этериан Джапаридзе. А вы не родственница этого, а вы не родственница того. Да, она родственница, только не того, кого вы думали. Короче говоря, сегодня мы решили нашу программу посвятить двум великим мужчинам, которые сыграли колоссальную роль в судьбе, прямую или косвенную, в судьбе Этери Джапаридзе. И мы начнем с Генриха Густавовича Нейгауза, который был, как известно, педагогом Веры Горностаевой, то есть Этери Джапаридзе является прямым наследником, внучкой, можно сказать, Нейгаузовской школы. Она питомец этой школы, но со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть внимание к звуку, невероятная певучесть, огромное уважение к качеству, к партитуре, к тексту композиторскому и широчайшая эрудиция. Это то, чем всегда славились нейгаузовские студенты. И какие-то еще детали, об этом мы поговорим с Этери, но сначала я хочу, чтобы мы услышали фрагмент из очень старой записи, которая может вам чуть-чуть напомнить стиль, в котором работал Генрих, в котором он играл, в котором он вырос, в котором он воспитывался. Это романтический стиль 19-го, начала 20 века. И
Здесь он будет исполнять. Это прелестная совершенно запись, сделанная, по-моему, где-то в квартире, может быть, в доме музея Скрябина, мне кажется. Там нет дома. Дома, прямо дома у Генриха Густавовича. Там даже, я обратила внимание, посмотрите, старый выключатель на стенке. И, конечно, книги. Полки, полки, полки с книгами. И рояль. Это запись 50-х годов, как раз того времени, когда Генрих Густавович был знаком с другим героем нашей сегодняшней программы. Видите, как я вас заинтриговала? Итак, вперед! Когда мы говорим, кто хороший пианист, кто плохой пианист, за что мы любим этого пианиста, за что мы любим другого. А вот Нейгауза мы любим за такое бережное отношение к каждой ноте, каждой, и в то же время свобода, невероятная, натуральная, естественность, как будто он вот сидит и сам импровизирует, не Скрябин написал, а Нейгауза. Вы согласны? Ну, это вообще стиль того времени. Они чувствовали музыку, они жили в ней, это было время, ощущение просто... Стиль мышления, жизни, дыхание. Дыхание. Это была не профессия, это было, да. Это было мироощущение. Это было мироощущение, замечательные слова. Почему вы решили, почему вы предложили, эта идея была Этери, поговорить сегодня еще и о Нейгаузе? Просто переплетений очень много. Во-первых, сегодня 10 октября. В 64-м году Генриха Густавовича не стало. Сегодня 50 лет. Mm-hmm. Вот, кроме всего прочего, Генрих Густавович был фактически первым человеком, который меня усадил за рояль. Буквально. Mm-hmm. В очень-очень раннем возрасте. И это было в Тбилиси. Он приезжал, он очень много ездил по городам бывшего Советского Союза. И когда он приезжал в Тбилиси, он останавливался по соседству, буквально вот следующая квартира, была общая стена у моей бабушки, где росли моя мама и моя тетя. В общем, у меня 7 человек поколения старших пианисток со стороны мамы и учителей фортепиано. И он как бы, естественно, очень общался, и еще ну, когда мама была студенткой. Да. И когда я родилась... Когда я родилась, он меня уносил сперва и сажал, обкладывал подушками, играл в зависимости от задачи. Значит, либо хроматический галоп-листа мне, либо колыбельную Шопена. И разбудить, и засыпить. Да. А потом, когда в 58-м году на горизонте появился Клайберн, и он стал идолом всех, я имела наглость объявлять, устраивать концерты. Дома. Объявлять, значит, что я... Вен Клайберн, Приединенные Штаты Америки. Кто бы мог знал, что я так окажусь в Приединенных Штатах. Да. И, кроме всего прочего, когда приезжал Генрих Густавович, я его тащила за полу сюртука и, значит, усаживала за рояль в трехразмерном, значит, ритме по роялю, там что-то изображала аккорды, что играю концерт Чайковского. И просила, чтобы он меня учил. То есть, действительно, и он терпеливо сидел, и меня учил, и действительно, за рояль меня усадил он. Потому что я, как только, естественно, стала достягиваться до рояля, стала там какие-то звуки издавать и играть по слуху, но вот эта ситуация урока, она была заложена буквально Нейгаузе. Потрясающе. Вот, удивительно.
А почему еще сейчас пора, наверное, выруливать на, да, на нашего следующего героя. Другого героя? И тут я проясню мои корни моего происхождения и генеалогия. Дело в том, что мой папа, выдающийся певец, тенор, солист Большого театра Зураб Анджапаридзе, когда оканчивал консерваторию, Генрих Густавович был председателем государственной комиссии. Вот оно, и да. Диплом, Тбилисскую консерваторию папа оканчивал, и Генрих Густавович подписал его диплом. Да, как у нас бы всегда путевку... было, председатель государственной комиссии подписывал диплом, у нас есть даже этот листочек. Да, вот да, он. Да, 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 вот, вот видите, вот, вот с подписью, и, с подписью там написано, значит, Нейгаус. Да. То есть он дал ему как бы официально путевку в жизнь Генрих Густавич. И что самое интересное, также совпадение. 12 апреля, день рождения папы и Генриха Густавича. Это совсем удивительно. Да, и кроме всего прочего, все круглые даты совпадают, как бы юбилейные. Ну да. Даты. Поразительно. Вот, да, так что... У нас есть вот вот целый нас... ряд фотографий из семейного архива Этери Анджапаридзе, которые помогут нам рассказать как бы ее жизнь и, главным образом, судьбу Зураба Анджапаридзе, который начинал в Тбилиси, как мы уже слышали. Он стал певцом не потому, что он прямо вот с самого начала хотел петь. Вы сказали, что он вообще занимался спортом. Ну, как занимался? Он занимался боксом, но дело в том, что он учился в ЦМШ. Его взяли, он родился в Кутаиси, вот его взяли в ЦМШ, потому что у него был голос, и кроме всего прочего, кроме голоса, там был целый комплекс всех артистических качеств, которые потенциально это был выдающийся артист театра, именно оперы с голосом. Вот это очень интересно, ведь в Грузии все поют. Иметь красивый голос, и все актеры. И все актеры. И иметь красивый голос и артистическую индивидуальность – это не такой уж большой сюрприз для человека, выросшего в грузинской семье. Но такого масштаба – это не сюрприз, но явление, я бы сказала. Такого масштаба, как было у папы. Вот почему в свое время Большой театр питался очень хорошо. И, кстати, по-моему, продолжает тоже. А теперь уже и весь мир питается, между прочим, грузинскими певцами. Они и в Метрополитене поют очень много. Регулярно. И теноров стало поменьше. Наверное, солнце не так греет. Теноров стало поменьше вообще. Вообще, я имею в виду вообще. Вообще. Да, не только в Грузии. Вообще в мире. Но так получилось, не знаю. Вот какой-то момент наступает, когда вот Кауфман, разве что, из поющих нынче. Теноров, так, да. Да. Очень как, мало, очень да. мало. Калея сейчас новое такое имя поднимается. Да. Но по-настоящему такого взлета теноров, как был. А в 19 веке, в начале 20 века совсем и потом вот эта вот золотая эра Большого театра, когда туда пригласили папу. Дело в том, что, значит, папу взяли в ЦМШ учиться, а потом он поступил в консерваторию. В консерваторию он поступил сперва как баритон и занимался боксом. Это часто бывает. Да, и занимался боксом. И его одноклассником и другом очень близким был Нодар Давидович Андгуладзе, еще один выдающийся тенор, драматический тенор. Совершенно замечательный и выдающийся педагог, который воспитал поколение вот именно поющих сегодня на мировой сцене. Mm-hmm. Везде. И они были близкие друзья. Кстати, Нодар Давидович, мой крестный отец, также. Окружение теноров у меня очень богатое, конечно. И потом Нодар Давидович взял его папу, показал своему отцу, тоже замечательному педагогу и воспитавшему поколение грузинских певцов, Давиду Андгуладзе. Угу. И Давид Андгуладзе поставил диагноз, сказал, конечно, тенор. И стал и он его развивал как тенора уже в консерватории. Вот сейчас я думаю о том, что его баритональное как бы начало может быть... Потому что тенор, он был... очень сильный, он это был характер. Крепкий, это не баритональное. Это не тональность, это характер, это, да? Это характер, да. Но это интересный очень судьба. Такой поворот, потому что все сейчас говорят, что как раз вот там
там есть лирический тенор, легкий, мягкий и так далее, а есть драматический... И есть лирический баритон тоже, между прочим. Да, а драматических вот теноров как раз очень трудно найти хороших, то есть Радамес, Герман. Был то, что называется хелдентенор. Да. Вот, хотя, к сожалению, он был бы, наверное, очень хорош в Вагнере, но тут ему больших возможностей не дали, потому что в ту пору не ставили Вагнера. Но вот такие роли, он был совершенно прекрасный Альфред в молодости. То есть он мог и то, и другое. Однако звучал он замечательно, но по характеру он мне все время говорил, не могу, говорит, я опять такие роли. Несчастных не могу. Ему надо было какого-то победителя, что-то героическое должно было быть. Драма должна была быть в характере, а не жертва. Мы к этому еще вернемся обязательно. Я только хочу напомнить нашим слушателям самую знаменитую, наверное, партию Зураба Анджипаридзе. И это, увы, старая запись, естественно, но она даст вам представление о том, какой он был выдающийся певец. Это мы услышим арию Германа из «Пиковой дамы» Чайковского. Давайте послушаем. Игра, добро и зло одни мечты, труд честно сказки для бабья, добро за счастье, друзья. Сегодня ты, а завтра я, так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть не удачи падет, пусть не удачи падет. Клянется, клянется я, какое уважение к каждому слову, то есть и какая вжитость в роль. Конечно, это знаменитая предсмертная ария, но ее, наверное, знают с детства те, кто занимается музыкой, слышит и все. Но тем не менее, вот так произносить с таким смыслом, с таким чувством, это, конечно, особенное совершенно качество. Да, но он работал, кстати, с Покровским над этой ролью. Что сказывается. Театре. Кроме всего прочего, его учитель Давид Ясонович Ангуладзе работал со Станиславским над этой ролью. А, вот и следы. Вот эти вот традиции, они действительно сказываются. Мы только что говорили о том, что в Большом театре, к сожалению, не было очень... репертуар не был таким широким, как сегодня мы, например, привыкли, то есть не было почти немецкой музыки никакой, то есть «Вольный стрелок» шел какое-то время, по-моему, Вагнер почти никогда не шел, кроме Лоенгрина, и то временами, и местами, и временами, но зато итальянский репертуар был в большой части. Традиционный, да, Верди был, и веризм был, и фактически с 59 года в какое-то время папа был единственным тенором, который вез на себе весь репертуар Большого театра. Его взяли в 59 году. До этого он был на фестивале молодежи и студентов, там история очень забавная, в Москве от грузинской делегации. 57-й год. И он там спел,
спел, вернулся, ничего там за этим не последовало, но он спел очень хорошо. Вот. И потом в 58-м, кажется, или в Москву посетил Дель Монако. Угу. Это был, кажется, 58-й. Да, с Ласкало, да, по-моему, или нет, даже нет, один это был замечательный спектакль «Кармен», он пел с Архиповой. Конечно. Все шло по-русски, естественно. А он пел по-итальянски, а Кармен на самом деле идет по-французски, арию он спел по-французски. В общем, это был тот еще. Та еще языка Кармен. Да, и все, уехал Дель Монако. И вот после этого Советский Союз объявил розыск тенора по всей территории страны. И кто-то вспомнил, что вот в 57-м году приезжал на Афи. Вот, говорит, давайте Анджа Паридзе. И тогда они его пригласили и позвали в театр с 59-го года. И в ту пору практически он вез на себе весь репертуар. «Золотая пора». Анджа Паридзе, Петров, Лисициан, Вишневская, Архипова, Милашкина. Атлантов немножко позже Атлантов пришел. Был позже. Атлантов позже. Пришел позже, папа его он как бы передал. Думаю, что Зураб Анджа Паридзе передал Атлантову Атлантов и Пьявко, они подоспели как бы, и потом Соткилава. То есть потом уже была мощная поколение. Команда. Да. Зураб Анджа Паридзе тащил на себе где-то лет 5-6 точно. Весь главный тенорок. Если репертуар. Не больше. Да. От Дон Карлоса до... До Трубадура. У нас есть чудесная запись. Я хочу, чтобы мы ее сейчас сразу посмотрели и послушали. Да. Потому что здесь будет как раз в начале фотография его учителя. Педагога, Обратите внимание, друзья. Запись идет оперная. То есть Манрико поет под аккомпанемент оркестра. Но, вероятно, там что-то это для телевидения, наверное, делалось. Поэтому вы увидите там женщину, которая честно играет на фортепиано. Но поскольку фортепиано может исполнять роль оркестра, давайте будем... Вот такое тоже бывало. Давайте послушаем и насладимся кабалетой Манрико. На таком прекрасном звуке. Сейчас, глядя на вот какие-то медали... Надо было носить медали, но я вспомнила одну смешную историю. Еще в бытность, в последних классах вот этой школы ЦМШ, папа выиграл какой-то комсомольский конкурс по пению, естественно, и в Тбилисском оперном театре вручали премии за заключительный концерт. Он выходит на вручение, объявляет, и вдруг ему в качестве приза подают... футляр со скрипкой. Ха. Да, и пожимают руку. Папа, которому в чувстве юмора отказать нельзя было никогда, это была просто совершенно феерический источник всех. Он пожимает, я говорю, большое спасибо, но вы помните, что я певец? Ему отвечают, вы комсомолец, и этому научитесь. И этим овладеете. Это совершенно... Но я так понимаю, что скрипкой он не овладел. Нет, он подарил футляр Марине Яшвили, а скрипку выбросили, сказали, что это комод. Плохая. Да, и просто... Не годится. Но, в общем-то, моя мама какое-то время работала в молодости концертмейстером в студии Давида Антгулазе. Да. Я должна сказать, что я, кстати, у маленькую тоже... У вас есть чудная фотография, где они вдвоем молодые. Покажите нам, пожалуйста. Да, вот это в период
Очень-очень ранний, да. Они, в общем, были женаты недолго. Роман был бурный, сказочный, как все рассказывают. Еще в консерватории начался, да, наверное. Да, в консерватории начался, и папа тень уходил за мамой, и ну, в результате она сдалась, но это продолжалось недолго, они развелись, мне было буквально несколько месяцев. Но были друзьями всю жизнь, потом продолжали, и никак не могли разобраться, почему это произошло. Тут уже в жизнь вступил мой отчим. Угу. Вот, и тем не менее, они все дружили, и у меня не было недостатка в родительском тепле и воспитании. Вы говорили о том, что она работала в студии. Концертмейстером. Она работала концертмейстером, и я очень часто под роялем ползала и слышала оперный репертуар. И оттуда это вот бацилла вообще всех учеников. Не только, потому что она аккомпанировала ученика. Аккомпанемента, как бы, или партнерства голоса, с голоса. Я на голос оперный и вообще, так сказать, вокальную музыку. Я реагирую на абсолютно на каких-то уровнях, каких-то рецепторов совершенно иных. Я могу бросить все и кинуться в оперу. Да. Тогда вопрос, почему в своей довольно бурной, интересной, интенсивной карьере вы все-таки все время, вот это уже в Москве, конечно. Нет, это еще в Тбилиси был какой-то вечер, вот это я в последних классах школы. Да, почему вы, может быть, вы... А это последняя фотография, последние месяцы его жизни. Угу, да. 97-й год. Кстати, папа ушел в день своего рождения. Вау. 12 апреля тоже. И, кстати говоря, когда я все время напоминала ему, что он рожден в день рождения Нейгауза, также, которого он почему-то так шуткой называл всегда Эйзенхауэр. Да. Он говорил, да, Шаляпин тоже умер в этот день. Он все время мне как бы противовес ставил, и что Шаляпин умер. Вот здесь Давид Ясенович, Нодар и папа в студии работают над чем-то. Вот, да. И почему что? Значит, почему вы не стали больше выступать с певцами? Почему? А я выступала достаточно много. Я же с Сережей Лейферкусом достаточно долго делала программ. Потом, когда я была еще в Москве, жила, я там много работала. А потом еще такой у меня был эталон, что... Ни один певец не выдерживал, что трудновато, наверное, выдержать. Да, теперь я понимаю, ни один певец выдержать такого не мог. Да. А только что была фотография, где он, Зураб Аджапаридзе, с Козловским. Покажите нам ее еще раз, пожалуйста. Да, это было в самом начале. Если можно, да. Козловский тогда еще, Козловский пел очень долго, но это был совершенно иной репертуар. Очень долго всегда выглядел замечательно. Здесь он еще довольно молод на вид, скажем так. Вот, и хотя они пели, в общем-то, разные совсем, у них были краски разные, вот, но Козловский был легендой. Ленского папа не пел никогда. Угу. А вот интересно, он был счастлив в Большом театре? Как вы чувствуете? Да, это было... Его окружали любовью, не было никаких проблем. Его обожали абсолютно все. Вообще он ездил всюду. Он ездил... Достаточно много, как можно было в то время ехать. В той мере, в какой можно было тогда. То есть он ездил сольными гастролями по странам Восточной Европы в основном, то есть в театре. А вот он с другим великим певцом. Да, это с Лисицианом замечательно. Кстати, Лисициан его очень опекал. Есть совершенно замечательные письма. Переписка их очень теплая. А где они находятся сейчас, эти письма? Ну, копии имеются в личных архивах. И, а оригиналы, кстати, где? Оригиналы, я знаю, что у Гарика, сына Павла Герасимовича, есть оригиналы, и он поделился со мной копиями. Да, было бы, конечно, замечательно. И в свое время, когда ты думаешь о каком-то архиве, надо, наверное, думать о том, чтобы это куда-то перенести. Да, это с Милашкиной Дон Карлосе. Это с Милашкиной Дон Карлосе. Вот видите, это тоже тяжелейшая вердевская роль. Дон Карлоса ставили на него практически. После того, как он из театра ушел, опера сошла на нет. Прекратился Дон Карлос. Некому было он потом наезжал. Вот это Дон Карлос, потом... Следующая фотография, если я не ошибаюсь, это с Архиповой Кармен. Это у них был замечательный дуэт, и они были большие друзья с Архиповой. Очень-очень-очень они дружили. И как-то я ее тоже достаточно близко знала, и это было очень специальные какие-то отношения у них. А вот это уже, по-моему, Герцог. Тут это Герцог, да. Герцог из...
Риголетто. Да, вот как раз это с Покровским группа в процессе подготовки «Пиковой дамы». Я думаю, что сейчас надо остановиться, потому что нам пора уходить на рекламную паузу, но после этой рекламной паузы мы продолжим. У нас есть еще довольно много фотографий, у нас есть совершенно уникальная запись. Запись такая, которую вы не слышали, и она поможет нам оценить еще больше, насколько прекрасен был Зураб Анджапаридзе. И это редчайшая запись. И кроме этого, мы обязательно примем ваши звонки, ответим на ваши вопросы. Не уходите. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня педагог, пианистка, известная профессор Нью-Йоркского университета и знаменитый Манне School of Music Этери Анджапаридзе, лауреат международных конкурсов. Ну, это уже как бы всем известно, а вот не так хорошо известно о том, что она является как бы внучкой Генриха Нейгауза, который посадил ее за инструмент, за фортепиано. Профессиональной внучкой. Но и родной дочерью Зураба Ивановича Анджапаридзе, который украшал своим искусством сцену Большого театра на протяжении многих лет, как раз той эпохи, которую мы привыкли называть золотой порой Большого театра. И мы продолжаем рассказывать и показывать фотографии из архива семейного Анджапаридзе. Мы говорили только что о том, что он нес на себе главную тяжесть, что ли, итальянского репертуара и русского репертуара. И был и прекрасный Манрико, и давайте посмотрим дальше. Вот Германом, конечно, вот это была его коронная роль. Вот несколько еще у нас фотографий. Показывайте нам, пожалуйста, если можно. Вот да. Это с Галиной Павловной Вишневской. Это была знаменитая очень пара на сцене, и она была превосходной Лизой, хотя ей, вот может быть, она была лучше Татьяной. Вот это знаменитая сцена Германа в казарме, когда он уже как бы сходит с ума и... Ну, у Павла было две Лизы, Вишневская и Милашкина. Да, запись из Милашкиной замечательная совершенно. А это вот как раз последняя сцена, фрагмент из которой мы только что слушали с вами. Вот еще она как-то раз, когда он поет. Вот это «Отелло», это уже Тбилисский театр. «Отелло» в Москве тогда не ставили. Не ставили, это потом уже Сапкилавой поставили. И потому ему не удалось, да-да-да, не удалось ему спеть «Отелло» там, но здесь в Тбилиси поставили на него. Все-таки он... Как он говорил, что надо петь «Отелло» в тот момент в жизни, когда есть или голос, или совесть. И прежде чем он потерял и то, и другое, он хотел это спеть. Молодец. Вот, это «Радамес». Вот «Радамес» — это был совершенно волшебный спектакль, и существует запись его. Состав: Вишневская Аида, Архипова Амнерис, Радамес Анджапаридзе, Лисициан Амонасро, Петров Рамфис. Где вы такое еще найдете? Это просто любые театры мировые могут позавидовать совершенно. И по-моему, Мелик Пашаев как раз это дирижировал. Да. Вот здесь Вадемон из Иоланты. Восторженно. А это он гримируется, он любил сам гримироваться. Ну, основной грим ему накладывали специалисты, а детали он очень любил себя... Сам доводить до каких-то. Как интересно. Да, потому что это была тоже часть вхождения в образ, театр. Вообще он и в жизни любил так устраивать представления. И сам себе ему никогда не было скучно, когда он был один абсолютно. И бесконечные представления, и театральные. Он был театральный, такое да, театральное животное, как говорят. Друзьям и может быть, поэтому вот он не так много выступал в концертах? Он не очень любил камерную, да, потому что ему нужен был разбег роли. Он любил театр, он любил обстановку сцены, он любил превращение в образ. Да, и, кроме всего прочего, и он любил с партнерами. Ему нужен был отклик. Да, чудесно, между прочим, вспоминает Елена Васильевна Образцова, которую, кстати, он привел тоже в театр. Когда она пела «Графиню» в «Пиковой даме», и в первый раз дебют. И он был, естественно, Герман, и в сцене спальни графини, значит, когда он, если бы когда-нибудь знали, вы чувство любви, значит, он вокруг нее, и он ее лапает. Значит, и
она там вся трясется, да. Молодая, но загримирована, значит, замечательно. И сцена узловая, как это у нее был экзамен на артистку, она говорит. И пока он еще в паузах, он ей говорит: «Леночка, как бы я хотела иметь такую бабушку». Он на сцене все время... Он хулиганил. Он все время хулиганил. Все время абсолютно со всеми. Ну и народ, и вот это вот он эту игру такая... Да, и да-да-да-да. И вот такая вот полифония шла все время. Он обожал вот этот театр. И поэтому в концерте он как-то себя считал более ограниченным. Хотя есть отдельные романсы, которые вот мы можем сегодня послушать. В основном это был Чайковский и Рахманинов, конечно, где он сам себе ставил мини-спектакли. И это внутри так, он и... знал, что он играет. Да, что? Да. И вот слышно, как каждое слово им произносимое, оно имеет нагрузку смысловую, не просто это слово по тексту, слово из песни слов не выкинешь. Как вот говорим, действительно он создает, не одно, образ. Он создает образ. Образ, он живет абсолютно. В образе романса. Да. «Весенние воды», мы послушаем весь роман, романс до самого конца. И я специально попросила наших операторов не снимать звук до самой последней секунды. Давайте посмотрим, после чего мы будем принимать ваши звонки, отвечать на ваши вопросы. «Весенние воды». И еще порядные сны, а воды уж весной шумят. Бегут и будят сонный бред. Не могу слушать спокойно, вот уже в который тысячный раз. Вот это да. Просто совершенно невозможно. И вот изменение интонации. Да. И теплых, тихих майских дней. Румяный! И вдруг ты видишь этот румянец этого светлого хорошего. Невероятно. Он величайший артист. У меня никакой дочерней скромности нет. Величайший артист. И мой все. Папа, и я и счастлив. Period. Вот. Вы можете, друзья, звонить и задавать свои вопросы 201-461-1384. А я бы хотела вас, конечно, спросить, именно как отец, насколько он участвовал в вашей жизни, в вашем музыкальном развитии? Он был очень занят, он был великий актер, да. Он был на расхват, он ездил, гастролировал. Вы чувствовали, что он как-то влияет на вас или помогает вам? Ну, это я не могу сказать, я чувствовала или не чувствовала. Это было была какая-то атмосфера, да, часть жизни. Ну, как родители влияют в любом смысле. Много ли вы могли общаться? Общаться, ну, когда он приезжал в Тбилиси, потому что, как я сказала, они расстались, родители. Вы 16 лет жили в Москве? Но его уже тогда там не было.
То есть потом... там ситуация была такая, они развелись, мне было 3 месяца, значит, родители. Потом папа через 50... Я родилась в 56-м, значит, рассказываю, сколько мне лет. В 59-м, это уже не важно. В 59-м папа переехал с моей бабушкой, значит, со своей мамой в Москву, и там они жили. До 70-го, 71-го года. Мы с мамой жили в Тбилиси. Потом мама меня стала, мама вышла замуж, когда мне было 4 года, как я уже сказала, родители все были очень дружны и общались. Папа приезжал на гастроли в Тбилиси, я, конечно, ходила на все спектакли, на все репетиции, на... и вот это было все время. И репертуар, кстати, и благодаря маме тоже, ее концертмейстерству, помимо ее специального преподавания, значит, тоже был все время в ушах, записи тогда были. И потом я стала ездить в Москву, и как бы эта вот театральная жизнь тоже в мои поры вошла. Я обожаю запах кулис, запах грима, вот этого все, именно театрального. И, кстати, в своих тоже программах вот недавнего времени и более поздних я тоже как-то пытаюсь... Иногда да, какие-то театрализованные вещи. Да. Не просто и концерт. Не только в своих личностях, со студентами тоже. Меня это ужасно увлекает, этот элемент игры. Угу. Вот. Я тут же хочу сказать, что по поводу Германа, вернуться на минуточку Германа, потому что Герман был настолько выдающимся и абсолютно иконографическим образом в его запись, что тот же мой славный, добрый друг многолетний, Сережа Лейферкос, когда Доминго готовил партию Германа и долгие годы из-за языка не мог ее выучить. Да, потом как-то Лейферкос подарил видео. Угу. Есть же фильм. Ага, с, да. И он, да. Подарил он подарил Доминго этот видеофильм, после чего буквально через несколько дней я была в театре, здесь в Метрополитене, в кулисах. Сережа, кажется, что-то пел с Доминго, это, может быть, «Отелло» было. «Яго»? Да-да-да, может быть, это был спектакль «Отелло», я как раз вот не помню точно. И Доминго мне говорит: слушай, как же я не слышал, это что за божественный голос и вообще что за... И потом попросил меня, я ему сделала запись всего полной на кассете, я из этих, значит, с долгоиграющих пластинок, я ему подарила и дала ему, кстати, все фотографии, которые у меня... И он учил Германа, наверное, по этой записи. Ну, по этой записи я не знаю, он учил или... Но, во всяком случае, эта запись потом мне говорила, что он очень много, не то что взял, но слушал и действительно повлияло на его интерпретацию. У нас есть несколько звонков, поэтому я на минутку останавливаю вас, чтобы дать слово Исааку из Детройта, потом Нана на очереди, говорите. Алло, здравствуйте, дорогая Маечка. И я рад видеть Этери на экране, дочь великого Зураба. Я много лет прожил в Грузии, в Кутаиси. И неоднократно видел, когда на гастролях Тбилисского театра приезжал в Кутаиси Зураб и пел Зураб Анджапаридзе. Он был богом для Грузии, я вам скажу. Что когда когда грузин слушал Зураба, это было что-то невероятное. Такие эмоции, такая страсть и заслуженная слава. Угу. Спасибо, поэтому... Исаак. У вас есть вопрос? Спасибо. Нет? Вам. Спасибо за такую передачу. Спасибо вам. За слова вам замечательные. Спасибо. Нана, мы вас слушаем. Нана, говорите. Добрый день. Добрый. Гамарджуват Калбатану Этери. Здравствуйте. Большое вам спасибо, Майя, за то, что вы сделали эту передачу, потому что его любили все, а для грузинов это была и есть и гордость, любовь, и все, что сочетается словом, ну как вам сказать, настоящий джентльмен. Вы понимаете, по-грузински она иначе звучит. Вот, и у меня просьба, можно было что-нибудь, если у вас, чтобы он по-грузински что-то спел бы?
Я плохо слышу. Не можно ли что-то по-грузински? К сожалению, нету качественной записи у нас. Вы не забывайте, я думала, друзья, что основные записи сделаны в 50-е, 60-е годы. Это был расцвет его таланта. Но тогда еще видеозапись, особенно в России, была в очень жалком состоянии. Да, дело в том, что минимальное количество, кстати, видеозаписей минимальное в пору как раз его вот расцвета артистического. Вот нам, например, было очень трудно сожалению. Найти что-то я хорошее. Я думала о том, что, может быть, найти качественного... Абесалома арию. Кстати, я названа этим именем. Его дебют был в опере Паллиашвили «Абесалом и Этери». И вот, хорошо, что не Кармен. Или Аида был дебютом. Потому что он дебютировал в партии Абесалома. Да, да. Но и, к сожалению, я не могла найти той записи, которая в эфир пошла бы качественно. И вот поэтому вы... И видео нету абсолютно, а аудио я не могла просто подготовить к этой передаче. Это требуется много работы и очистки там, каких-то записей. Ну да, записи это еще впереди. Старые, да. К сожалению, записи. Вообще сейчас в мире все уже научились что-то такое очищать, какие-то компании. Да, ну сейчас просто надо может этим быть, грузинские, кстати, грузинские мастера, они же должны как бы заботиться о наследии национальном. Я не уверена, кто ли в России... о чем должен заботиться, давайте не будем, не будем мы вот сегодня. Именно, да. Да, но я хочу просто сказать по поводу грузинского репертуара тоже. И вот, кстати, к предыдущему звонку, что он был богом в Грузии. И дело не в том, что ему по уходу из жизни удостоена колоссальная честь. Папа похоронен не на кладбище, а в саду оперного театра. Рядом с Паллиашвили, с великим грузинским тенором Ваносом Радишвили и папа. Wow. То есть какое-то время это была как бы своя святая троица Тбилисского театра. И потом к ним присоединился Одиссей Ахиллесович Димитриади, величайший дирижер. Потрясающе. Я да. не знала этой детали. Да, это вот деталь очень, но фотографии этого у меня нет. Я принципиально фотографии этого не делаю. Но дело в том, что напротив этого театра жила как раз моя бабушка. И вот в первый раз папа в окне этого дома увидел маму. И с одной стороны, вот того дома, где бабушка, мама и тетя там жили, нету этого дома, уже там никого нет. Жаль. На другой стороны, обожаемый оперный театр, но в саду папа. Очень это да, эмоционально это, мне трудно тяжело, там тяжело. Бывать. Хотя я, естественно, когда я приезжаю в Тбилиси, я прихожу туда, но это чисто символически. У меня нету... Символически вот по... Как-то вот всему сценарию того, что вот папа с оперой совершенно неразделимый, но я туда не прихожу как вот как бы на кладбище. Да. Конечно. Да. Может быть, оно и правильно. И может правильно, быть, это часть как абсолютно. Раз той театральной жизни, которую он так любил. И да. Вот театр продолжается. Верно. У нас еще несколько звонков, поэтому мы им дадим слово. Пожалуйста, Роман, говорите. Роман из Нью-Йорка. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос к Майе. Будут ли на телевидении спектакли медоперы? Это я имею в виду... Да, конечно, они всегда эти спектакли дают, но через некоторое время. Поэтому не ждите так уж, так сказать, что вот сейчас прямо вам тут же дадут Макбет. Может быть, в будущем сезоне, может быть, в конце этого сезона вы сможете это посмотреть. Но вы живете в Нью-Йорке. Кстати, очень многие люди выигрывают в лотерею. Помните, я вам рассказывала, что теперь можно идти на сайт medopera.org и играть на интернете в лотерею. И я знаю, что многие люди выигрывают чуть ли не каждую неделю и идут прямо в театр но и наслаждаются. Спасибо. Следующий звонок у нас. От кого? Алло. Суламиф, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Только погромче, если можно. Да. Здравствуйте еще раз. Спасибо большое за передачу. Мне хочется задать такой вопрос. Это ли? Я очень полюбила когда-то пение мужского хора грузин. И сама специально поехала для того, чтобы послушать их в Грузии. Я пришла, я знала, что они поют в ресторане. И пришла туда, на меня посмотрели как на дурочку. Я была одна женщина. Но пели они прекрасно. Мне бы хотелось услышать мнение о том и вообще рассказать,
по пению мужчин. Они же пели несколько голосов. Спасибо. Ну, вы имеете в виду грузинское национальное пение, это полифония. Полифонию, да. Ну, это особая полифония. Вообще тема. Да, это совершенно уникальная большая тема, которая требует отдельные передачи, да, рассказы, и я... Да, с другой стороны... Это культура, безусловно, да, страны. Это культура ответственна за, в большой степени, за такое невероятное количество прекрасных голосов, потому что люди с детства слышат музыку, да, слышат красивое пение, слышит, не просто красивое, многоголосное пение, это причем, очень важно, это генетически такое, очень важно. Которое иногда сильно отличается, друзья, от традиционного европейского mm-hmm. многоголосия. Там иногда такие диссонансы, которые европейский слух даже не расслышит. И там есть, это очень большая сложная тема, мне кажется, что мы об этом когда-то с вами говорили, потому о грузинской полифонии, но это отдельный слишком большой разговор, правда? Да, мы сегодня об опере. У нас еще один звонок, я не помню от кого. Люба, Калифорния, говорите, пожалуйста. Да, я бы хотела поблагодарить Майва за то, что вы пригласили этой на передачу. Но замечательная была передача по поводу Горностаева Веры Васильевны, по поводу отца. Я Люба Сорочкина. Вы меня, наверное, помните, Этери. Да, я, конечно. Помню, здравствуйте. Когда она участвовала в конкурсе Чайковского, ей было 17 лет. И она, эта очаровательная девочка, замечательно играла. Получила 4-ю премию вместе с Андре Шипом. Это незабываемо. Потом я помню, когда Этери получила 1-ю премию на конкурсе в Монреале. Замечательно играла. Потом она, я ее знаю как педагога, так как я была в Тбилиси на госэкзаменах, и у Терри были замечательные результаты, прекрасная педагогическая работа была. Потом Этери играла здесь у нас в Лос-Анджелесе, незабываемо совершенно. Она очень талантливая, спасибо, очень глубокая пианистка. Я рада, Этери, что вы в Нью-Йорке, вы профессор Манна Скул. Я бы очень хотела, Маечка, чтобы вы как-нибудь пригласили Этери, и чтобы она поиграла и поговорила не только про папу, и не только про Веру Васильевну, но и о своей жизни. Да, но мы об этом уже говорили. Спасибо. У нас была большая, спасибо большое. Это было пару-тройку лет назад, но я сейчас хочу сказать, как интересно, вот круг замкнулся. Мы начали передачу с того, что Нейгаус был председателем госкомиссии, когда был папа. А Люба вот была председателем госкомиссии в Тбилиси, когда мои ученики играли, я там преподавала в консерватории. Так что зеркально обернулось вдруг. Спасибо вам большое за замечательные слова. Очень мне приятно и рада слышать вас. В связи с тем, что вот сейчас напомнили нам, что вы участвовали в том конкурсе Чайковского, где вы были не самая молодая? Или была. Шиф был самый молодой? Нет, самая молодая была я, да, потом второй молодой был. Второй по молодости был Андрюша. Да, нет, на год старше был Андрюша Гаврилов. Вот, а Андрей Шиф, он сильно постарше, на несколько лет. Мы просто с ним поделили 4-ю премию. И как бы сравнялись в возрасте. Можно так считать. Таким образом. Вопрос. Насколько вы следите за творчеством? Вот тот момент, когда вы победили на конкурсе Чайковского. Это было колоссально. Это был один еще из первых конкурсов Чайковского. Когда люди уделяли им невероятное совершенно внимание. Mm-hmm. И для вас это было, конечно, колоссальным прорывом и колоссальной честью, и, наверное, невероятным таким возбуждающим моментом. А вы потом как-то вот с остальными продолжали какие-то контакты, да, связи? Да, и многие, во-первых, играют уже по миру, многие. Вот с ранних конкурсов, вот 5-й, 6-й еще, да, многие лауреаты, ребята, они остались, да, остались большими. И мы действительно встречаемся, пересекаемся по миру и в контакт поддерживаемся. Вот в прошлом году как-то мы даже с Андреш, когда он часто сюда приезжает, и не могу всегда быть на его концертах, но мы с ним как-то сидели, тоже болтали, и с другими имеем связь и так далее. Я сейчас по поводу конкурса Чайковского, тогда меня очень в прессе освещала Ольга Ивановна Доброхотова, супруга
Владимира Федосеева, и она сама замечательная, значит, музыковед, вела телепередачи и так далее, и была подруга моего папы. Она очень. И она хотела сделать телепередачу, и папа умоляла, говорит, Зурико, ну давай. Значит, а папа сидел, значит, в шестом ряду, там, зеленый совершенно, нервничал по поводу. Переживала, да, на конкурсе. Да? И потом, после успешных выступлений, значит, она, Ольга Ивановна, ему говорит, ну, Зурико, ну давай, ну, пожалуйста, давай сделаем передачу. Это, говорит, так будет хорошо. И ей, и тебе, мол, это как-то отец, дочь, поколение, да. Это будет такая реклама. Папа сделал гордый вид, который довольно часто. Я говорю, Анджа Паридзе в рекламах не нуждаются. Повернулся и ушел. На этой чудесной ноте мы вынуждены закончить нашу программу «Анджа Паридзе в рекламе не нуждаются». Спасибо большое, Этери. Спасибо всем, кто нам позвонил. До новых встреч.